Свобода слова, пресса! Ты чё, блин, пресса, чувак? Все останавливать, пресса! Свобода слова! Имеете право! Нельзя останавливать! Мы лучше знаем, чем судья, этот адвокат, о том, что, как себя чувствует изнасилованная женщина, потому что у нас каждый день они приходят. У меня завтра суд будет в Токмаке. И мы все понимаем о том, что эта система, она работает только на патриархальные вещи. И она сама себя покрывает. И нам, женщинам, надо задумываться, насколько мы себя безопасно здесь все чувствуем.